Еще раз добрый день. Мы решили выйти к прессе во время перерыва пленарного заседания для того, чтобы высказать некоторые свои представления о происходящих событиях в пленарном заседании. Более того, нам предстоит еще несколько вопросов повестки дня, о которых я сейчас скажу позже. Мы уже стали сегодня свидетелями этой омерзительной ситуации, которую делает правящая коалиция. Круговая порука уже выходит за все рамки здравого смысла и цивилизованных практик европейского парламентаризма. Подумайте сами, за партией ШОР правящее большинство закрепило два места в комиссиях. Комиссии по расследованию банковского скандала, так называемого миллиарда, и комиссии по проверке приватизации концессии государственных активов. Повторюсь еще раз. Правящее большинство закрепило номинально по одному представителю от партии ШОР, от фракции, в эти комиссии. При этом, когда мы представили конкретные кандидатуры, технический момент для вхождения представителей партии в комиссии, нам было отказано. Отказано было утром в 10 часов на заседании постоянного бюро парламента, членом которого я являюсь, и выдвинул эти вопросы для технической процедуры включения в повестку дня парламента. А также было отказано и на пленарном заседании то, что вы сегодня увидели. Не подается никакому объяснению происходящее. Однако господин Слусарь уже сказал позицию правящего большинства, но и просто проговорился, наверное, в нетерпении сделать дальнейшие планы, которые есть у коалиции. Он сказал, ни один представитель... высказался демократической партии, отчитайте за кадром, ни один представитель оппозиции не будет допущен в работе комиссии, приводя или вообще не приводя какие-то логические аргументы. Это не означает, что мы не будем делать все, чтобы эти комиссии узнали ту информацию, которую мы хотели представить во время рабочих заседаний. Мы сделаем даже больше, принимая во внимание то, что сейчас уже происходит. Далее. За нашей фракцией, в соответствии с регламентами ПАСЕ, в соответствии с регламентами других международных организаций, членами которых Республика Молдова является уже больше 20 лет, закреплены по принципу представительства депутатов, вот каждой фракции представители для участия в пленарных или иных заседаниях международных организаций. Распределение мест в этих комиссиях было произведено практически втихую. Причем правящая коалиция распределила квоты так, как это посчиталось им нужным. И сегодня на бюро парламента утром, буквально за час, появилось в проекте дня утверждение, постановление на пленарное заседание, голосование по утверждению этих делегаций парламента Республики Молдова в международных организациях. Как вы думаете, что я сейчас скажу? Наверное, вы догадываетесь, ни одного представителя партии ШОР нет ни в одной международной организации. Нам выдвигают разные мотивы, что вы не успели, что вы не увидели e-mail, что вы то, что вы это. Я не знаю, как это откомментировать с правовой точки зрения, являясь юристом по образованию. Опять же, мы уже сделали необходимые действия, в том числе принимая тот факт, что партия ШОР является членом АКРЭ, мы связались с генеральным секретарем этой организации, высказали все то, что происходит, и мы не остановимся только на АКРЭ, безусловно, мы будем обращаться во все международные организации для того, чтобы довести до сведения, каким образом законное право оппозиции представлять интересы оппозиции молдавского парламента в любых международных организациях, учреждениях, конвенциях, где Молдова принимает участие, ограничена самым наглым и беспардонным образом. В отношении ПАСЕ хотелось бы сказать отдельно. В соответствии с регламентом ПАСЕ, в соответствии с нормами распределения, специально закреплено пятое место для фракции ШОР. И тем не менее, нас также туда не допускают. Сегодня дважды было отказано включение в повестку дня этого технического вопроса. Я специально обращаю внимание, останавливаюсь на
в вопросе ПАСЕ, потому что это имеет принципиальное значение и показывает нормы европейской демократии, которые сейчас преследуют и которыми руководствуется правящее большинство. Нам будет очень интересно узнать реакцию самого ПАСЕ на происходящее. Кого куда делегировать – это исключительное право фракции, и против которого остальные фракции выступать не могут в принципе. Если вы следили за пленарным заседанием, любые попытки мои задать вопрос господину Алайбе или докладчику юридической комиссии, председателю, о его конфликте интересов, участие в комиссии по расследованию так называемого миллиарда, когда господин Алайба был в течение долгих лет напрямую связан со всеми экономическими процессами, происходившими или которыми руководит правительство, работая непосредственно в подчинении Филата, Стрельца, каким образом у господина Алайбы отсутствует конфликт интересов, разбираться, а куда делся миллиард? Как вы видели, вопрос мне удалось задать, однако не совсем по регламенту. Ответа я на него так и не получил. В отношении комиссии по правам человека, которая должна возглавлять госпожа Таубер, опять же, номинально право, предоставленное фракции ШОР. Комиссия не может приступить к работе уже практически месяц. Это важная комиссия, которая представляет собой, которая должна рассматривать многие вопросы, по которым парламент должен принимать решения. Эта комиссия должна возглавить госпожа Таубер, это позиция фракции. Происходит то же самое, что с международными организациями, с нашим участием в комиссии. Повторяться не буду, принцип тот же, технология та же, результаты те же. Мне сегодня также было отказано просто в реплике, в элементарной реплике, когда я лично был задет госпожой Чебану в отношении сказанного ей о лишении депутата фракции ШОР иммунитета. На каком праве госпожа Гречана отказывает мне в реплике, при этом ее коллега по партии, господин Боля, машет с первых трибун регламентом парламента и призывает всех его соблюдать? Вопрос, на которого нет ответа. Мы могли воочию убедиться в том, как выглядит диктатура. И эта диктатура ухудшается и закрепляется с каждым днем. Диктатура, которая нарушает уже все. Рекомендации Венецианской комиссии и резолюции ПАСЕ, которую я уже неоднократно указывал, резолюции 1601, рекомендующая национальным парламентам права и защита этих прав со стороны парламентского большинства. Демократические принципы, безусловно, нарушаются. Права оппозиции, неотъемлемые права оппозиции. Об этом, безусловно, мы проинформируем европейские структуры. Получается, сегодняшняя власть просто поменяла шило на мыло. Если вы европейцы, ведите себя и по-европейски. Спасибо.